Ну, в принципе, пока у нас мало участников, так или иначе. Но, честно говоря, вот, конечно, с Богданом было бы очень хорошо договориться. Знаешь, мне кажется, сейчас пройдет вот этот этап. Я думаю, он может там месяц-два займет Богдана. И он такой бы попробует, да, там вот очередную итерацию. Он молодец, абсолютно правильно сделал там. Как бы сделал ресурс, сайт прицепил, продажу, то есть, ну, видно, сделано, да, вот, но, понимаешь, как бы, он занимается технической реализацией, а ты занимаешься маркетингом, а его труд будет учтен, а твой нет. Ну, знаешь, как бы, я понимаю, о чем ты говоришь, ты правильно говоришь, но то есть... на самом деле... рано или поздно, как бы, я начну потихонечку вносить списки, ну, может, если вспомню, конечно. Если нет, как бы, значит, просто проверю человечество. Я понимаю сейчас, чем я занимаюсь, какую именно задачу, и что это может быть вообще не нет. Я понимаю, что в любом случае все возвращается. Ну, делаешь все хорошее, возвращается. Делаешь плохое, смотри, возвращается. Я вот по сути же то же самое делаю. Но я при этом Libra, да, вот группы, то есть бренд прокачиваю. То есть я прокачиваю бренд, название. Слушай, что я хочу сказать? Уже спать пора. Все-таки давай вернемся к баранам, еще раз подытожим. Да, я тебе поэтому начал говорить, что как бы, теперь как бы вот с сегодняшнего дня, как бы там, да, ну, может даже не сегодняшнего там. Завтрашнего уже нужно фиксировать любой вклад. Если я, допустим, кому-то позвонил по этим вопросам, то есть там кто-то заинтересовался, я там что-то объясняю, значит, я сегодня выступил в роли менеджера по продажам, то есть я продавал этот товар. Если я сегодня решаю вопросы там по организационным предметам, значит, сегодня я выступаю в роли менеджера проекта. Если я, допустим, куда-то делаю какой-то видеоролик для этого, значит, я выступаю в роли дизайнера там, ну, к примеру, то есть, ну, я могу занимать разные роли, правильно, в этот момент, задачи. Это но правильно. Это все нужно носить, как бы. Я поэтому как бы, тебе и позвонил, поэтому тебе и написал это все, потому что пора носить, как бы. Поэтому я сейчас в последнее время на этом делаю акцент и привлекаю всех, кто мог бы помочь в этом. Да, это правильно, это, ну, так надо делать. Значит, я бы хотел сейчас подытожить и завершить разговор. А завтра, думаю, можем продолжить тоже вечером. В общем, смотри, поговори с Богданом по поводу вот этой таблички, которая Фриппи отчет называется. Я думаю, что нам нужно поговорить вместе втроем. Он легко идет на контакт, он как бы видит какой-то личный неприязнь, либо там он не хочет курить, он хочет просто. Я вижу, потому что он хочет решить вопрос положительно включая. Он говорит, ребята, я говорю, Данил, давай я как бы сейчас скажу и завершим разговор. Я сейчас не хочу спорить, там обсуждать. Время немного отнимает. У меня завтра не будет времени. Да, там с Богданом созвониться, там послезавтра можем, ну, не знаю, там, в общем, договориться. Я бы хотел, чтобы, может быть, завтра с ним выяснил вопрос, значит, сколько единиц уже сейчас есть в проекте внесено, да, вот, и, ну, как бы, если там все нормально, то есть идет учет времени, как-то, да, я не знаю, как, вот, то, в принципе, поставить вопрос о том, чтобы твои вложенные единицы в этот проект, например, продать. Ну, то бишь, ты внес свой труд, да, и получил за это, допустим, 20 единиц, да. Ну, а я, допустим, у тебя эти 20 единиц купил. Соответственно, эти 20 единиц, они переходят мне. То есть, можно это сделать или нельзя? Выясни этот вопрос. Вот, если можно, так сделаем. Попробуем, по крайней мере. Да? Давай, конечно. Вот.
Ладно, давай Все, я на этом записал три завершим. вопроса на завтрашний день с Богданом, решили. Да, все, давай тогда, в общем, блядь, уже целый час проговорили. Целый час, да. Все, Где давай. 10 минут мы созвонили, да, конечно. Да, как? Да. Все, давай, в общем, спокойной ночи. Завтра еще спишемся. Все, Да, давай, все, пока. давай, спокойной ночи.